Привет, дорогие зрители! У нас сегодня очередная посылочка с сайта GearBest. Здесь, как я и обещал, я рассказывал, что у меня будет Ульфанг Перис серого цвета. Ну, он идет сейчас в данном случае, как мне кажется, вот такая была фигня, да, на таможне он скрывался, за недостатком веса. 434 грамма, заявлено у нас 500, там, сколько-то грамм. 500 грамм ровно. Заказывал я телефон с чехлом и со стеклом непосредственно в комплектации. Но походу здесь нету чехла, потому что, как вы видели, да, некоторые мои видео, здесь чехол примотанный. Ну вот полностью плоская коробка. И поэтому разница в весе. Ну не знаю, либо GearBest забыл положить, на что я больше всего уверен. Но то, что бывают такие у них пролеты. Все-таки люди, как-никак все. Либо то, что украли. Но украли, я, конечно, сомневаюсь, но вот что у нас есть. Описание, телефон, почта Нидерландов, все, как у нас есть. Из-за недостатка веса. Ну и вот так вот. Но он полностью упакован. Ничего особого нету. Да, реально, ребят, скорее всего, что забыли положить. Будем связываться с GearBest. Будем писать. Ну вот, да, он даже видно, что он не мотался скотчем. Конечно, плохо, потому что телефон просят уже, нужно будет отдавать. И вот он полностью заклеенный здесь вот эмблемками GearBest. Ну что, давайте вскроем его. Так, ну да, плохо, конечно, что нету чехла. Я, конечно, не сильно расстраиваюсь, потому что этот вопрос решаемый. Вот такой вот телефончик у нас серого цвета. Как вы видели, все был белого цвета. Два штуки, да, бело-золотистый. А это чисто серый. Тик-тик-тик. Ну, опача. Ребята, я вас обманул. Вернее, даже не обманул. Все, отлично, положили вовнутрь. Не будем грешить на GearBest. Ребята, спасибо большое. Ну, вот первый раз у меня так приходит. Но, слава богу, честно говоря, я рад. Я рад такому. Вот телефончик, чехольчик. Вернее, ну почему разница такая весит, там 70 грамм, блин, ну хотя бы писали бы нормальный вес, оп, так. Ну все, мы вскрыли его, здесь оно все заклеено вот таким вот скотчем. О, все заклеено, наклеечку сняли, вставляем, крышечку закрываем и включаем. Завибрировал у нас. О, все, отлично. Ну, честно говоря, ребят, дико извиняюсь, что я начал на кого-то грешить. Но у нас все есть. Вот чехол, вернее, чехол, стекло. Еще запасная пленочка такая и политурка. Ну, стандартная комплектация, то, что идет с сайта GearBest. Кабель, наушники и зарядочка. Уже все показывал несколько раз это. В данном случае просто уже решил раскрыть, так как не было самого телефона. О, вернее, телефона. Думал, что нету, но все рабочее. Звук, как слышите, есть. Яркость у нас рабочая. Все хорошее. Так, дальше давайте настроечки. Так, about. О телефоне все видим. Настройки. Ребят, пленку тоже не снимаю, потому что уже буду отдавать. Сейчас проверю телефон. Быренько его протестируем в своих руках. И будем отдавать уже владельцу телефон, потому что владелец уже его ждет. Так, вот так вот у нас. Что мы? Так, 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 так. Язычок. Ой, язык. Да, вот тут вот язык. Выбираем русский, у нас присутствует. Реально, телефон своих денег стоит, даже хороший, классный телефончик, довольный всем, уже второй отдал, классный телефон, человек доволен тем телефоном, это уже третий будет, только уже, слава богу, серого цвета заказали, да, вот такой вот, смотрит, да, кому интересно, как выглядит серый цвет, можете сейчас смотреть, реально, он серого цвета такого, идет у нас, ну, телефон хороший, камера, что у нас, камера, так, все работает. Звук. Так, звук работает.
Еще раз мы сейчас вам продемонстрируем, что звук работает. Настройки. Все классно, все работает. Звонилочка и мои номера. Все есть, все присутствует. Телефонная книга. СМС. Так что, ребята, вот такое вот у нас было краткое видео по распаковке. Думал, что не положили, а оказывается положили. Если кому было интересно, ребят, поставьте лайки. С вами был Вадим, удачи всем, пока-пока. Дико, ребят, извиняюсь за то, что сказал, что Gearbest не положил чехол, а он его положил. И это, кстати, мне больше всего комплектация понравилась, то, что они ложат именно вовнутрь. Потому что коробка тогда вся в скотч, она некрасивая, и пришлось ее, честно говоря, скотч отклеивать, потом люди смотрели, как будто какая-то бушная упаковка была. Так что, ребята, еще раз пока. С вами был Вадим. Удачи всем. Пока-пока. Ставим лайки.